Любые системы, будь то машиностроительная отрасль или муниципалитет, требуют комплексного подхода и грамотного управления, считают участники международной научной конференции. Со своими разработками в Самару приехали ученые из Великобритании, Германии, Италии и России. Они представят свои доклады по основным направлениям – управление техникой и управление обществом. Очевидно, считают российские ученые, что управлять людьми, не спросив их мнения в современных условиях, неэффективно и уже невозможно. А мы должны принципиально изменять механизмы управления, включая живых людей из повседневности, то есть тех, кто, собственно, участвует в реальных событиях жизни. И они должны быть причастны к принятию решений. Международные научные конференции, посвященные проблеме управления и моделирования в сложных системах, проводятся в Самаре ежегодно, начиная с 1999 года. Конференция дает возможность укрепить сотрудничество российских ученых и установить более тесные контакты с зарубежными партнерами. Сейчас областные власти уделяют большое внимание развитию инноваций. В регионе строится технополис «Гагарин-центр», который станет инновационно-научной зоной, где расположится авиационный центр, студенческий городок и технопарк. Мы понимаем, что сегодня инновация для нас – это ключевое понятие, и разработка сложных систем управления для крупных предприятий – это то, что должно обеспечить дополнительную конкурентоспособность нашей экономики. На протяжении последних 3 лет оказывается серьезная поддержка предприятий авиационно-космического кластера, активной подготовки молодых специалистов. Думаю, что представленные сегодня исследования и разработки могут лечь в основном план по развитию авиационно-космической промышленности нашего региона и по улучшению работы органов исполнительной власти в том числе. Международная конференция продлится 4 дня. За это время участники обсудят методы управления ресурсами на машиностроительных предприятиях, в космической отрасли, в социальных, экономических и политических системах. Основные тезисы войдут в специальные издания для российских и иностранных исследователей. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».